Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, как всегда, очень много подписчиков, сегодня мы играем в Гаррис Мод, пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита, а мы будем начинать выживать. Раз, два, три, из цепи 173 выдвинулся нас мочить. Так, давайте от первого лица сделаем. Так, получается у тебя жизни, как и у нас. Правильно? А, ага. Правильно. Ну ты уж можешь очень быстро двигаться с той монтировкой. Ага. Это два. Я поставлю здесь тебе мины. Это три. Отлично, ребята. Вход заблокирован, никак не пройти. Здесь никак не пройти. Ой. Так, стой. Стой, 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 смотришь, не выходи. Так. Такой звук прикольный в этой карте. Ты ищешь нас? Да, я играю по правилам. Он на меня смотрит, я не иду. А, вы уже встретились с взглядами. А мы пока здесь обустраиваем с челиком. Хорошо. Так. Я смотрел. Ну ты моргнул. Ты ж не можешь бесконечно смотреть. А мы пока мы здесь нормально тащим. Мы никого не подпустим. Моргнул. Мочи всех. Давай, ищи меня. Будет интересно, как ты про... А чё, я сам себя убил, что ли? Умный человек бы так, конечно, не сделал. Я выиграл. Так. Дима, кстати, хочу сказать, за что твои бомбы не работают против меня. Они даже не задевают. Из-за того, что ты очень быстро перемещаешься? Да. Угу. Я знал. Я просто проверял, знаешь ли ты, видишь, знаешь. Так, ребята, знаете, откуда эта карта? Это карта с режима игры Roblox. Там есть режим зона 51. Это оттуда взято. Она мне показалась очень интересной, ну и классной. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день. Ну и стараемся записать что-то очень интересное. Как, например, сейчас. О, подожди, идем сюда. Что тут? Я ни разу не был. Чпонькс. Чпонькс. А ну, наступи. О, слышишь, он трещит? Это как радиация. Давайте я наступлю, что будет? Ай, 5 хп сразу отрат. Эй, смотрите, смотрите все на него. Смотрите, смотрите и уходите. Нас много, ты не можешь, мы моргаем по очереди. Не одновременно. Блин, говно, тут тупик. Я думал, там что-то будет. А блин, я не могу. Беги, Димка, беги. Я моргнул. Я убежал. Я убежал. Я моргнул. Так, пацаны, девочки. Так, тут дверь закрывается. Странно очень. О, вы все тут? Привет. Так, 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 стоим. Мы еще так никогда не играли. Это очень прикольно. Все движушкой. Сидим, пацаны. Через стекло нас точно не убьет. Ждем, ждем, ждем. Димас, сверху. Кто там? Никого. Так, 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 я еще пока тут почекаю. Я могу стекло удалить? Не могу. Вы спиной ко мне ходите. Так, блин, я не ту кнопку нажал, говнище. О. Какой спиной? Никто к тебе не ходит спиной. Ко мне спиной пошел. Ну а что ж делать? Так, ладно. Нифига себе, нычку нашел. Выходим, выходим отсюда. Идемте, идемте. Ухо. А! Ох, блин! А что они по мне стреляют? Не знаю. Суд, наверное. Это... Так, я буду просто бежать бесконечно, чтобы он меня не нашел. Все идите ко мне, я нашел нычку. Я тоже нашел нычку. Я тоже нашел нычку классную. Воу, прикольно здесь. Можно потом я побуду вот этим? Ну посмотрим сначала, как он по нас помочит. Пока мы нормально, он справляется. Я уже все, я вылетел. О, я могу ехать, прощайте. Ля-ля-ля-ля-ля, прикольно. Так, что-то мне мало, хочу еще покататься. А мы катаемся на штуковине.
А где вы все? Давайте кататься. Еще сюда. А смотрите, когда я прыгаю, оно меня вперед даже отталкивает, чтобы я не слетел. Хорошо, будем продвигаться дальше. Так, я иду к тебе, ищу. Иду вовнутрь. Зона 51. А, вижу, вижу! Статуя. Странно очень статуя, надо ее убрать. А, горю. Ого, он там мочит. Че, псих что ли? Я смотрю на тебя. Я смотрю, я... Не смотрю, я побежал. Ребята, как всегда, в этом ролике у нас разыгрывается Гаррис мод. Что надо сделать? Коммент, лайк и подписка, и вы участвуете в розыгрыше. А победителя вы сейчас видите на экране. Поздравляю тебя, напиши мне ВКонтакте. Ты выиграл Гаррис мод. Ой. Он стоит там. На. Ай-яй-яй, что ж тут горит жопа? На. Да отвали, на. Это карта на разгучая какая-то здесь, когда стоишь. Да, сам себя замочил. Открывай, зеленую надо нажимать. Ух. Че такая бешеная статуя? Ого, не быстрая. Ну давайте еще раз, жжет или не жжет? А почему? Это что такое? А где все? Че, давайте, короче, этот. Мы используем оружку, вы можете, не моргая, нас мочить. Только давайте мы уйдем сначала. Статуя против охранника. Даже не против охранника, а против Спанч Боба. Ого, вообще не видно. Вот это прикольно. Где они? Пацаны, где вы? Так у меня оружие. На тебе, статуя одна улетела. Следующая, кто у нас там статуя? Пацаны, короче, сегодня мы затащили. Наизично их всех. Никто не может. Давайте я буду статуей, показать как надо. Давай. Так, сейчас дядька Димка покажет. Готовы? А как они невидимку включают? Это я включаю невидимку, это оружие. А. Это оружие маньяка. Плюс еще из цепи 173. Смертельная смесь. Аккурат. Так, а то можете взорваться. Малину. Под конец. Как вы меня увидели? А это? Эй, ты чё так стреляешь жестко? А, вот так значит, хорошо. Сейчас я приду. Ждите, ждите, ждите. Да блин! Хорошо, пацаны, хорошо. Идите туда опять. Сейчас я приду к вам. Идите, засаду мне делайте. Я к ним по-хорошему. А они со мной вот так вот плохо обращаются. Последняя битва. Должен победить я. Не? Ах ты ж, да что ж такое? Хорошо. Пацаны, не хотел я с вами так обращаться. Блин, так я не убил вас. Ей, всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, кто-то и очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис мод. Карта у нас лабиринт, все просили, чтобы я записал на этой карте. Почему вы мне это пишете, я не знаю. Пацанчики, поздоровайтесь. Всем привет. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы идем вовнутрь. Давайте я так вкратце полечу немножко вверх и покажу, какой лабиринт. Лабиринт довольно-таки немаленький. Наша цель добраться до той башни. Ребята, можем, наверное, использовать оружку, да? Только не очень мощную такую. Но главное, наверное, повыживать все-таки. Подождите, я уже не помню. Дима, сразу предупреждаю, тут некоторые тпхаются. Некоторые SCP-шки? Да. А мне это нравится. Там есть, короче, SCP, который это такой, знаешь,
А с него льется черная моча такая вот. Он телепортируется. Вот я его вижу! Вот они! Только сказал... А! Блин, они классные! Вот эти из цепи. Ребята, это новый пак. В следующей серии мы сделаем на него обзор. Если вы хотите, ставьте плюсик или пишите в комментариях. Мы обязательно запилим. Так вот, слышите, такие звуки уже стрёмные. Это значит, они рядом. Вот смотрите, черная, видите, лужа от них остается. Это что, он меня спалил, что ли? Нет. Да. Нет, это он его спалил. Сзади, сзади! Наказывай его! Ё-моё, не... А, блин, я не успел стрельнуть! Блин, они реально крутые! А теперь я не боюсь их. Кстати, где черные пятна, тут мы уже ходили. Так, наша цель — добраться до башни, которая находится в углу лабиринта. Но я что-то не знаю, как туда дойти. Это какой-то кусок лабиринта тупиковый. Так, давайте с этой стороны зайдем. Такс. Я слышу, они по всей карте какие-то звуки конченые издают. Пацанов не вижу, хотя нас играет очень много человек. Так, отлично, я приближаюсь. Так, подождите, а тут я был? Во-во-во, отлично, я уже рядом. Так, сюда нельзя. Это вообще что это красное пятно делает? Ничего не делает. Пацаны, а вы где? Во, я нашел какую-то штуковину, башню. Отлично. И тут стекло. Я могу теперь по мосту перебираться. Так, я вижу пацанов. Какой-то звук такой, как будто они меня спалили и где-то рядом ходят. Других из цепишек я не вижу. Вот эти самые такие топовые. Сейчас, короче, ребята, будем добираться вглубь. Так, теперь надо нам на ту сторону, на ту башню. Давайте, чтобы было интереснее, по мосту пройдем. Сейчас мы спрыгнем туда к ним. Так, идем, палим. Классно, классно. Заполонили, короче, весь лабиринт. Чё, думал, они где-то вылазят, а... Они нигде не вылазят. А, вылазят, но они снизу. Вот они, пацаны, тут! Мочите их шарами! Ай-яй-яй! Бывает в жизни огорчение. Я вижу войну на мосту. Так, пацаны, я бегу к вам. Чпонькс, чпонькс. Эй, их упал. Нет, не упал. Чпонькс. Так. Видите, их шары сжигают. Лабиринт, который боишься спрыгивать вниз, то сразу замочат. Так, давайте стоп-саунд. Чпонькс. Так, а где чумной доктор? Вижу, вижу, один стоит, монстр. Я спрыгиваю к нему, я его не боюсь. Я тут, секунд. Я пошутил. Я пошутил, я пошутил. Мочите его электричеством. Давай, 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 давай. Он не знает, к кому бежать, ко мне или к тебе. Если что, я увернусь. Умрешь ты или нет? Чудовище ты электрическое. Есть, извини. О. Извини, не хочу. Еще один. На. Эй, не кусайся. Мы добрые. Что это за собака такая? Это с нового мода, который мы сегодня скачали. Мочим его в 1000 стволов. О, кислоту он, видно, не любит. Его жгет. Аж шипит. Есть, есть. Так, ждем, когда кислота пройдет. Идем туда дальше. Так, так, так. Слышу, слышу музыку стрёмную. Где-то кто-то еще есть. Ого. Кто-то оружку выдает. Такс. Я вижу, я вижу. Эй, слышь ты? На! Ой, двоих сжег! Вот это я профи! Еще один тут! Диппер, прикрывай меня! Так, так, так. Никого. А, на этой карте, наверное, не будут аниматроники бегать, я понял. Только это из цепишки будут эти бегать. Бежит, бежит, бежит! Умри! Красавчик! Троих, четверых! Еще! Ой-ой-ой-ой-ой, эпический! Это прям их ставит, а мы их валим! Не успевает ставить их! А! А, не мочи! На! Блин, не успел! Я просто не успел! Еще б чуть-чуть, я бы их замочил! Так, ребята, давайте я поставлю парочку штук. Сейчас я вам покажу, что такое хардкорное выживание. Сейчас. Ну давай, я весь внимание.
Ты мне не веришь, да? Нет, почему? Я верю. Ребята, смотрите, кто у нас тут есть. Сейчас будет вам веселье. Серьезно? Да. Это очень много скромников, которые просто ненормальные какие-то. А может, не надо? Надо. Мне уже страшно. Не бойся. Так. Такие музычки стрёмные играют, мне нравится. Я не знаю, сколько их уже поставил. Очень много. Поэтому сейчас будет, наверное, веселье. Так, хочется, чтобы было равномерненько по всей карте. И вот здесь давайте поставим парочку. И вот здесь. Так, ну что? Я не знаю, я их поставил очень много. Надеюсь, будет весело. Начинаем идти в этот сумасшедший лабиринт. Да, давайте по центру пройдем. Я по центру еще ни разу не ходил. Так, кто со мной? Кто не сыт? Идем. Я с тобой. Давай, идем, идем, идем. Я, кстати, уже не помню, где их поставил. О, вот, стоят. Мочи их. Пока он не успел, надо его замочить. Я побежал, прощай. А, блин, еще один. Так, давайте сюда побежим. Скромники сбежали, я не знаю. Да-да-да, они начинают психовать. Я слышу этот крик сумасшедший. Куча скромников за мной. Где вы? Интересно, они найдут дорогу, если я так буду быстро бегать? Попал. Попал. Блин, такой звук, как будто он сзади где-то. Я не могу его убить, он какой-то бессмертный. В голову, чисто. Так, никого нету еще? Мочим его дальше. Я должен убить этого скромника. Ого, их там сколько. Это жесть. Так, как-то так. Вы слышите, они по всей карте орут. Это жесть просто. Как это очень страшный лабиринт получился. Мне даже страшно по ним бегать. Потому что не знаю, что за углом тут ждет тебя. Ого, их тут трупов. Куда вы их успели уже замочить? Прощайте. Бу. Смотри, как красиво по центру лабиринта жахнул. Ни одного. Всех убили. Давай посмотрим, что они делают. А ну-ка. Мужики, вы что делаете? Как вы вообще мочите? Во, музыка страшная. Так, и что дальше? Вот. Уйди, пожалуйста, со своим скромником. О, а что это? Что? Это из обезьян, что ли? Воду. Потому что у меня тоже все потемнело. Нифига себе, круто. Может, оно и бы не сильно потемнело, просто их очень много. Ого, меня убили они. Как это произошло? Ребята, сейчас мы будем свет делать. Валю. Я увидел свет в конце тумана. А почему не посветлело? Ого, он ж красный стал. Всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Фокси, Нига, Робби и кто-то. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Хаюшки. Всем привет. Мы сделали, короче, SCP-096 скромник, но мы их увеличили. Посмотрим, что с этого получится. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А я, пацаны, рекомендую отойти подальше. Так, подожди, они еще не бегут. Они просто какую-то дискотеку устроили. Так, один уже побежал. Обрати внимание, они быстрее бегают, когда больше, да? Нет, он не догнал. Так, ну что, давайте начнем. Я тут. Они не пролезают. Пролезают. Не может. Не может пролезть? Ха, давайте нет. Уменьшим чуть-чуть его. Так, будем сейчас... О, побежал в другую сторону. О, я третьего лица играю. Что происходит? Эй! Нет, блин, мы же в лабиринт договаривались бежать. Что такое? Что происходит? Пацаны, я живой. Беги, Димас, беги. Они не могут сюда зайти. Да, слишком большие. Давай будем уменьшать немножечко, уменьшить. Слегка уменьшить. Ой, сильно уменьшил, да? Не? Пробегай!
Блин, да что ж такое, я не ожидал, что... Начинается, ребята, у нас, как всегда, веселье. Надеюсь, вам понравится, поддержите лайкосиком и подпишитесь на классный канал, где мастовые ролики выходят каждый день. Блин, давайте спаун поставлю здесь вот поближе. Мы сильно далеко спавнимся и бежать надо. Сейчас давайте. Мы все запилим, как всегда, у нас на высшем левеле все. Давайте поставим несколько. 3-4 штуки. Так. Там по лабиринту бегаешь. А я вот тут побегаю поверху. Так, они не могут пройти, давай еще немножко уменьшим. Они крупногабаритные. Так, уменьшаем этого. И этого. А, о, я просто давай... думаю, может их сделать маленькими, это вообще будет угар. А давай супер мелкими сделаем. Так мы их видеть не будем. Короче, короче, договорились. Делаем максимально их маленькими, насколько можно. О, это будет жестко. Я уже вижу, как они сейчас будут телепиздрички маленькие бегать. Эй! Так, 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 дайте я пройду отсюда, а то мне не видно. Хоп! Я уже вижу, там детишки бегают. Так, уменьшить. По-моему, они, большинство из них на меня сагрилось сейчас. О, все, побежали. Текаем. Да почему, а почему они не бегут? О, бегут, 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 бегут. Они за мной побежали, потому что... Серега, не ссы! Они... Ой, все, бегут, бегут, бегут. Так, с этого момента уже начинается интереснее. Особенно, когда очень маленькие бегают. Знаешь, это скромник ребенок. А то его родители. Ой. Короче, мы в следующий раз возьмем карту очень большую и сделаем их на максимально больших размеров. А тут есть еще какие-то ловушки. Ой-ой-ой. Я попал в тупик. Не, лабиринт слишком легкий оказался все-таки. Да какой легкий? Они находят здесь. Пиздец, может, ты думаешь, что он это... маленький? Так, давайте сюда побежим. Я вижу, там пацаны прыгают. Боятся вниз прыгивать, я тоже. Я их агрю на себя и вот прыгаю. Я хочу, чтобы было вообще мясо жестко. Так, ну чё? Ого, я их поставил. Нормально пойдет, пацаны? Да. Кто-то музыку выстреливает. А я вот сюда прыгну. Они сами себя мочат, Димас. Ой! И не только себя, и меня, да. А что, мы сделали битву, получается, или что? Да. Я не знал, что они с разных паков не любят друг друга. Но ничего, мы затащим. Проигрывая постоянно. Я текаю, за мной гонится один из них. Я постою здесь. А я спрыгиваю прямо. Мама. Мне жопа. Кричат и кричат. А я хожу себе, гуляю, никто меня не трогает. Ой, он за ним побежал, не за мной. Так, 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 есть. Тебе это легко говорить, за тобой не гонится маленький. Да я просто гуляю себе. А, зачем ты на меня его ведешь? Убегаю. Нет, не догнали. Блин, Серега, что за говно? Блин, не сюда. Сюда, сюда, сюда. Не сюда. Я бы не хоплю. Я его в яму заведу. А тут яма есть? А, Димас, он там сидит, я вернулся. Так за... как его убрать? Я в тупике здесь. Стой. Серега, пацан к успеху шел. Не фартануло, не повезло. Ого. Смотри, Димас. Рядом, рядом, рядом. Второй. А я рядом пробежал. Я через яму прыгаю. Есть. Ну чё, кто ко мне? Я ж не знал, что тут ловушки есть. Да, я только об этом... А как их включать? Пока. Никак. Он упал? Да. О, Серега, ты красава. Одного запоймали. Засловили. А где второй, который меня убил еще? А я не знаю. Внимательно смотрим сюда. Боже, они так кричат сильно. Надо писать стоп-саунд. То может психическая травма быть. Их у спавна 3 штучки есть. Так, побежали, Серега. А, это не... Так, сюда, не сюда, сюда. Здесь не у сюда. Нас нифига. Так, так, так. Прикольно, ты себе скин взял. На, мистера Миссикса. У него прикольный голос в мультике. Ай, мистер Миссикс, look at me. О, так ты вообще профи. Может, ты его озвучивал? Возможно. Так, пацаны, как тут ловушки включать? Они сами активируются при на... О, а что это мы вообще понаходили здесь, в хате? Убежище от скромников. Так, спрыгиваем. Нифига себе.
кто же знал, что здесь еще есть подвал или подземелье? Ой, секретная лаборатория SCP. Че тут жмякать? Серьезно? Вы в лаборатории? О, заходим сюда. И чё тут? А, видите меня? Я тут вентиляцию нашел. Куда она ведет? Не знаю. Чё за говно? Ну чё, обошли по кругу, умные люди. Пойдем обратно. Знаешь, Димас, может усложнить это? О, привет. Еще поставить? Не, не скромников, а именно деды, которые через стены проходят, а? Все, я их ставлю. Вы готовы, хлопцы? Нет, не готов. Ой, это не те. Я вечно забываю, где они находятся, а они вот. Все-все-все, Димас, по-моему, этого хватит. Да? Хорошо. Че, прыгаем? Удалю чуть-чуть, сильно много наставил. О, вот так вот. Ой, все, я спрыгиваю. Ребята, ого, это целая армия. При том, что... Знаете, что вы... сзади? Ай, еще же я скромники бегаю. А что я не могу двигаться, говно? Блин, они через стены везде проходят. Я понял, чтобы выжить, надо сюда двигаться. Димас! Ого, че они такие злые? Я за вами даже пройти не могу. Они через стены лупашат всех. Еще и тут появляются. Сорока, они появляются даже туда, куда я начинаю только бежать. Ого, видели? Через стены сразу лупашат. Много поставил ты, Димас. Сильно много? Очень много. Да. Ну хорошо, удалим. Бежим. Удаляю, пацаны. Переборщил, я знаю, я могу. Ого, я их наставил. Серега. О. Так, пацаны, делаю все по новой. Летим туда. Я и спауны удалил. Все на кучу. Айма. Офигеть, а кто музыка? Так, давайте я очищаю карту. Очистить. Чпонькс. Ого, а что не убирались эти пятна? О, я придумал, знаете, что мы сейчас сделаем? Я буду слендером. Не-не-не-не-не. Ни в коем случае, не надо, нельзя. Офигеть. Серега, беги. Беги. А чё я не могу убивать? Вау. Тикай. Я не могу вас мочить, что за говно? Зато я тебя могу ударить. Я просто беспонтовый додик какой-то. Я не могу никого мочить. А как я убил вас? Я же не понимаю. А был скример? Ты отключил ПВП, короче, я его включил. А, я знал, Серега, просто проверял, вспомнишь ли ты или нет. Да блин, ну Димас, так нечестно как-то. Ну я же... Слендер. Блин, ну так не убивает Слендер. Хорошо, все, я не буду. Вблизи убивает. Хорошо. Надо вообще на него не смотреть, как по мне. Да, ты смотрел на меня, я видел твои зрачки, поэтому я тебя убил. Понял. Понял, Серега. Нормально? Пойдет? А меня-то за что? Я был отвернут. Не, пацаны, даже вы не можете меня убить. Слендер сегодня самый, наверное, жесткий. Даже сильнее из цепишек. Короче, я спрятал в лабиринте ядерную боеголовку. Если кто ее найдет, это и все, Димасу хана, Димас проиграл. А. Я даже не повернулся, Димас. А я смотрю, кто-то там... Не-не-не-не-не. А сегодня я мочу всех. Я не могу сквозь стены проходить? Не могу. Ты можешь телепортироваться. Я ж могу тпхаться, точно. Ой-ой-ой, Серега, ты зря это сказал. Сейчас найду эту ядерку и... Ты не сможешь меня убить, ядерка. У меня очень много жизни, она меня не возьмет. Спорим? Ты даже не представляешь, сколько у меня жизни. Я ее найду, активирую и тебе... А я тебе не дам этого сделать, я тебя замочу. А я почти дошел до нее. Подожди, а где ты до нее поставил? Мне самому даже интересно стало. А я сейчас найду. Я знаю где. Где? Я лечу к тебе. А, сейчас прям. Дирижабль. Вот тут ты на вышке где-то. Нет. Нет, не на вышке. Значит, ты в башне. Нет. Все, Димас. Да блин, где ты, жопа? Я хочу тебя убить. Прощай, Димас. Давай, мочи. Подожди, Серега, я не дошел. О, я нашел ее. О!
И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод, карта у нас Балди. И сегодня мы записываем SCP гоняется за нами. Будем ставить очень много разных. Если пьете, кушайте, приятного аппетита. А мы будем начинать. Вот, вот этот вообще сильный, пацаны. Готовьтесь. Я не знаю, сколько я поставлю. И когда уже будет лагать, тогда перестану ставить. Так что, ребята, кто хочет с нами записывать, заходите в наш Дискорд, ссылочка в описании. Как всегда, заходит очень много новеньких. И попадает в ролик. Все, больше ставить не буду. А может... Они уже гоняются, нет? Так, ребята, давайте стоп-соун подготовим сразу. Во. Господи. Да не бойся, не бойся. Это... Во, бежит, бежит уже один. Опа, опа, он, смотрите, прыгает и как будто разрывает на части. Ай. А! Блин, разорвало меня. Так, я вижу, вижу. На, убил Боньку. Я вижу, еще один бежит. Блин, а мне нравится. Так, 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 он тут бегает. Застрял, застрял. Меня увидел. Нет. Где они? Никто не орет. Вот он, вот он. А, ну нафиг, отвали. Отвали от меня. Да что они такие резкие? Он даже в воздухе, может, развора еще убил. Короче, они всех валят. А вы проверяли, они дверь умеют открывать или нет? Кто-то, ты проверял это? Господи, меня убил. Он умеет калитки открывать? А, статуя, походу, умеет. Так, 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 так. Выживет сильнейший. Я вижу, он там бегает. Двери не умеет он открывать. Пацаны, я двери удалю. Он горит. Это я поджег. Я вот тут. Минус братан. За партами буду ныкаться. Чпонькс. Ты что он орет? Да, классно кричат они, так стрёмно очень. Минус Димас. А, отвали! Да что он такой быстрый, я его боюсь. Еще одного убил. Я знаю, как уклоняться. Видите, он не убил меня. Бензопилой. Еще, еще, еще. Не знаю, за кем бежать, нас сильно много. На. За то, что лезешь к нему, он всех мочит. Еще давай. Блин, так кричит громко. Вот, смотрите, я, видишь, не убил. Надо назад бежать и в бок, пацаны, вы сможете выиграть. Эх, ну в этот раз не получилось. Я хорошо. Мне страшно, я дрожу, я весь в депрессии. Вот это они кричат. Пацаны, ставлю других из цепишек, надеюсь, вам понравится. Потому что это будет сильно. Ой. Сразу двоих. Вот я видел, как она перемещается. А кто? Кого? Я одну поставил статую. А, статую. И еще одну, 173. А! Ну вот так вот она мочит, как-то вы, ребята, уже видели, что они очень мощные. Две штуки стоит, будем смотреть, как умирают. Никого нету? Страшно вырубать. А чё они так... А, я вижу, пацанов мочат, а я нет, я живой. Надо ее увидеть. А я ее не вижу. А! Вот, вот, вот она, пацаны, вот она. Не, давай вместе смотреть, не уходи, я умру. Давайте все на нее смотреть. Оп, на месте стоит. Оп, вторая появилась. Оп, третья. Оп, четвертая. Пацаны, вот. Оп. Это игра, короче, кого выберет SCP. Оп, нам хана, точнее мне. Вон еще одна. Ой, она уже рядом. Ого! Блин, это реально эпично у нас получилось. Опа, она прям сзади меня была. Смотрим, о, смотрим на них. Статуя до сих пор за мной гоняется, даже если я сдох. Окей. А чем они? Все живые? Живые. А, вот они все. Господи, сколько их... Нормально? Давай еще поставим. Нет, офигеть. Да давай! Ого, она же сзади была, чуть не умер. Как я вообще живой остался? Я еще опять буду лежать с депрессией на полу. Давайте отвернемся все. Не хочу. Да давай, не сыйте, но мы выиграем. Ого! Я испугался ее. Я ж не ожидал, в горле заперчила, так быстро подошла. Эй, вы что ко мне все идете? Бейте, создатель. Музыка, да, крутая, когда они передвигаются? Очень круто сделано. Так, так, так. Блин, реально столько штук нас... Это челлендж, пройди мимо статуи и останься в живых. О, это сложно. А, она меня зажала.
Ого, не двигается. Это сложно, потому что ты не знаешь, какая статуя на тебя рыпается. Пацаны, все, я ушел, прощайте. Я тоже. Димас, не подожди меня. Ой, мне тоже страшно. Так, я здесь. А пацаны умирают. Они рассасываются по карте. Ого, они все в проходе. А! Так, Димас, ты где? Ого, они перемещаются быстро очень. Моментально просто. Давайте проверим, ко мне сюда придет кто-то? Ой. Я-то приду. Я ее увидел. Возможно. Я ее, походу, увидел, она теперь меня преследует. Нет, они двери не могут открывать. А ты где, Димас? Я в офисе, который прям возле спау. Как в школу заходишь, слева. Упс, прощайте. Слева? А, все, понял. О! Ничего ты не понял. Все нормально. Да, я ничего не понял. Зато было очень интересно. Я вижу, как она его убила. Чпонькс. Господи, тут статуя во дворе. Ой, она рядом. Видел, как переместилась? Тут две статуи О, Димас, привет. Я иду, все нормально, мы живые все. О, два для разнообразия, я еще добавлю парочку штук, только других. Вот такой скромник. Вот такой. Сзади, за тебя статуя, Димас. Ого! Блин, а как она туда залезла? Так, у нас еще есть зомби вот такой вот. У нас есть вот такой SCP-шка. Поставь этого, который ставит телепорты эти черные свои. Ну, вот этот... На. Ладно, его удалю, он жесткий. Больно в ноге. А я не помню, кто это делал. Вот он, нашел. Во-во-во, прикольно, да? Про него. Он реально, да, крутой? Димас, скоро... А! Это жесть! Нифига себе их тут! А! Нифига! Они прям жестко перемещаются очень сильно. Димас, мне крипово. Помогай. Я дверь закрываю, они ко мне не придут. А можно к тебе? Так. Я здесь в кабинете сижу. Слышу, скромник кричит. А, господи. Я живой. Выглянем. А! На свою голову выглянула, она моментально меня убила. Кстати, на статуе дырки от пуль. Кто-то уже мочил ее. Ну, это, видимо, я постарал. Меченая, короче, статуя. Высовываться нельзя, это сразу смерть. Так, Димасня, ты где? Блин, они так орут сильно. Эй! А! Да как она меня убила так быстро? А! Накрыл. Скромник! Закрывай двери везде! Закрывай двери! Окей, блин! Окей, не успел! Не успел! А, нет, успел. Зато сквозь текстурки валяюсь, мне нормально. О, Димасня, привет! Дверь закрывай! Да дверь, говорю, закрывай, вы мне мешаете выиграть! Все, она оторвалась, а? Вовремя дверь главное закрывать, и все. О, Димас! Вот здесь, закрывай двери! Чпонькс! Это школа страха! Скромники же открывают дверь. Слышишь, как они кричат там? Я под парту, все. Тихо, не хочу никуда. Ого, их там! Так, насколько я знаю, их мочит оружие АР-2, да? Не знаю. Эти шары смерти. Ребята, это сейчас будет эпик. Умри! Фух, он растворился в... Меня попадали. Ой-ой-ой. О, господи, не-не-не-не, так, закрыть. Короче, я его чисто возрождаюсь, тут, понимаете ли, статуя тоже появляется, вместе с пацаном, пацана убивает, а я такой... Опа-на. Попало, прям четко. Черная чупакабра. Отоври! А, шаром стрелять, типа, не, она меня убьет сейчас. Так, Димас, а что это черная чупакабра делает? А, она за мной! Я не залез. Нет. Еще есть, я слышу по голосу. Ой, по звуку. Господи, тут... Это жесть какая-то просто. Они даже меняют, кстати, позы. Я только сейчас первый раз увидел, что они по-разному ходят. Они двери открывают. Димас, это уже страшно. Это уже серьезно. А! Блин, одна обошла со спины меня.
Меня тоже убивают постоянно, я не могу выжить. Это нереально. Это реально. Прощайте. Надо. Пожалуйста, не надо. Так, Димас, я так понимаю, ты... Нееет. Кстати, не все SCP-шки сдохли. А я не знаю, почему, их не убивают, что ли? Ого! Блин, нифига не вижу. Вон, я вижу статую. И всем привет, дорогие друзья, с вами Димас, Серега, Скромник, Фокси, Нига и Фистушня. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Пацанчики и девчонки, поздоровайтесь. Всем привет. Сегодня у нас очень классная карта, мы будем играть в гонки. Если вы пьете, кушайте, приятного аппетита. Так, короче, сейчас я смотрите, что делаю. Я сейчас там вставлю вдалеке чумных докторов, и я быстро сажусь, я читаю время. Раз, два, три, поехали. Димас, езжай, я не за тобой. Они так топают как-то стрёмно. Блин, я не могу теперь заехать. Нормально, нормально, едем. Блин, надо было тулган убрать. Не ссы. Так, они сзади. А не кажется вам, что мы когда начнем ехать туда, они начнут обходить и убьют нас с той стороны? Надеюсь, такого не будет. Это было быстрее аниматроников. Или SCP поставить. Блин, ну велики какие-то быстрые очень. Знаете, в чем прикол этой карты? Сейчас дальше будет сужение, и уже все там не смогут проехать. Да. Карта с приколом. Кто упал, тот лох. Сейчас Димас упадет. Да что за пробка? Китайцы. Блин, пацаны вечно все делают по красоте. Я впереди, лол. Да, конечно, они же тут такие водятелы. Давай, испорть настроение. Ой, блин, я как пьяный езжу, да что такое, еле выровнялся. Блин, серьезно. Догони меня. Да не смогу я, не смогу, они сейчас... Ой, блин, ребята, надеюсь, вам понравится и ролик поднимет настроение, ставьте лайкосик и подписывайтесь. Засмеялся? Подписался? Нет, подписался, какой обострался. Так, Серега, мы нормально едем. У кого-то микрофон как рация, да, такой звук? Так. Ого, не сзади! И тот, кто не успевает, тот просто начинает втыкать. Его убьют. Давай, наваливай, не зря я их поставил. Чтоб не медлили. Так. Блин, ну так скрипит как-то монотонно. Такая себе гонка, ну. Я должен приехать первый. Димас, давай! Давай, наяриваю! Я впереди еду, за мной скромно. А какой у тебя получается этот скин? Железный додик. А, железный додик, ты едешь спереди. А еще буду так сокращать, чтобы, как всегда, ехать первым. Ребята, я же знаю все эти фишки. Давайте от первого лица. А кто там у нас это в новом клипе летает? А, он, видно, все уже сдался. А, он это, короче, антигравитационный шар взял себе, заспаунил. А он проиграл автоматически. Фокси, ты занял. Ребята, вы зацепились друг за друга, да, или что? Спасибо, скромник. Да еще ехать куча, блин, поворота, вы еще догоните. Куда? Ну быстро назад, скромник. Ты куда это полез вперед, а? Все хотят же первый приехать. Серега, давай я тебя жду здесь. Победит дружба. Так. Ну что вы так ездите стрёмно? Так даже не поверну, просто едет прямо и прям вниз. Мы алкаши. Я алкашихи. И мы передаем вам привет. Так, следующую гонку. Серега, какие следующие машины мы возьмем? Не знаю, ну явно не велосипеды. Да, велики, я так думаю, будет прям весело. Я думал, карта короче, она длинная. Ну ничего, балди наваливать. Это, знаете, посмотри, разминочная. Посмотри, кто нас ждет там. Ой, сейчас упаду. Где я? Вон, впереди. Мы уже сейчас поворачивать будем. Там... А, не за нет. Нами, фух. Блин, Серега, из-за тебя! Красиво отвлек меня. Что так, я... скромник, не мухлюй. Да, он уже проиграл. Серега, мы с тобой тягаемся. Не, все, он это ему не засчитывается, он это, он выбывает из гонки. Серега не любит, когда нарушает, я тоже. Не можешь выиграть честно, проиграй нечестно. Я знаю, я одиночку еду, блин. Нет, Фисташка, ты впереди, по сути. Скромник это мухлевал, засранец. А, да, ну ладно. Да, он мухлюет. Подожди, ты, Серега, первый едешь? Да, я первый.
Фу, ё-моё, да блин, она... Я понимает? Тебя не трогаю, я не трогаю. Выиграет сильнейший. Все, едет, выиграет я. Едет и выиграет я. Не-не-не. Эй, блин, я так же сам упаду. Велики очень сложно управляются. Какао, пошли ездить. Так, сейчас возьмем быстрее машины, и уже будет... Там у них каждый по 100 тысяч раз... О, говно, говно, я думаю, я еще раньше думал, как ты едешь... Говно, блин! Я тебя не трогаю, Дима. Я тебя тоже не трогаю. Блин, не туда! Сереж, да. Так, Серега, ты что, первый, получается, приехал? Да! Не! Да! Говно! Ладно, ладно. Все, удаляй велики. Ребята, ставим и другие машины. Димас, быстрее, садись. Раз, два, три. Погнали! Быстрее, пацаны, они сзади! Едут, едут и бегут. Выиграет сильнейший гонщик. Димас, как всегда, впереди, засранец. Да, я воспользовался моментом, чтобы ехать первым. Подрезать не получилось. Знаешь, что сейчас, Серега? Сейчас, когда начнется петля вот там разная, это будет смешно. Сейчас кто-то упадет, я отвечаю. Да, я даже, Серега, знаю, кто упадет. Это ты будешь. Или я. Будет смешно, если ты с ножки стоишь. Да, а будет... Кабаку да? Тебе, Димас, не упаду я. Не? Нет. Я испорчу тебе настроение, но я не упаду. Ты мне настроение не испортишь. Я упал! Я вижу, ты валяешься там внизу. И фисташка упала. Да садись ты в тачку, ё-моё. Я наваливаю, Серега. Тьфу, ё-моё, он медленно садится. Ну конечно, у тебя анимация же. Надо сбоку. Ты спереди подошел, надо сбоку подходить, тогда не будет анимации. А, там фиолетовые засранцы. Фисташка, отстань. Я опять упал из-за фисташки. Смотрите, какая толпа там этих фиолетовых челиков. Подрезали кого-то. Скромника завалили. Да, они уже, я так понял, не только его валили. Иди твою дивизию, я в самый последний, короче, буду. Ну ладно, ничего, в следующий раз отыграюсь. Да, мы сейчас третью гонку запилим по-любому, чтобы было веселее. Я поставлю очень быстрых аниматроников, придется так лететь. Почему заносит, а? Вот. Да не несет ничего вообще. Что ж, такое? А кто такой, а кто на синей машине едет? Я. А, вот так вот, давай, испорти мне настроение. Димас впереди, а я последний. Я вижу, тебе еще очень далеко за мной ехать, петля большая. Не, ну это уже не велосипеды, так что это хотя бы побыстрее будет. Ну да, конечно, намного быстрее. Да иди, твою... Мама, да индодик. Да блин, нормально. Лагает. У меня есть отмазка, у меня лагает. А что лагает? Реально лагает, да? Компьютер, потому что старенький. Понял, понял. Я вообще без единой ошибки еду, вообще идеально. Конечно же, научился на этих машинах гонять. Конечно, пока... я всю ночь тренировался перед записью. До записи. Да-да-да, всю ночь тренировался, сидел, думаю, надо по-любому научиться. А я в это время на работе был. Пиццерии. Видишь, годы тренировок дают о себе знать. Годы тренировок. Ну что, один раз потренировался? Так, вот здесь вот, здесь... Все, я первый. А, да какой смысл? Я уже проиграл, по сути. Ладно. Ладно, давайте возьмем машину, которую сам хочет. Свободный выбор. Да, это будет самое интересное. Я, как всегда, возьму свою любимую тачку. Так, цвет. Ну и все. Ну что, Димас, готов? Да, я ставлю, ребята, очень много аниматроников. О, мы сейчас сначала их выключим, игнорировать, выключить ИИ. А потом включим резко всех. Ого! Давай еще парочку. Не-не-не, я, Серега, сейчас много сделаю, не переживай. Эта гонка будет очень жесткой. Это страшно, врубай. Да не, не ссы. Я в машину сяду, потом включу их. Короче, как аниматроники побегут, это и будет три. Поняли? Да. Вот это их там сзади! Лох! Уже кто-то упал. Блин, я! Меня скинули!
Блин, а как сюда залететь, если они меня сейчас замочат сразу? Ого, их толпа. Блин, они падают, они спадают вниз. Блин, Серега, они мне не дают машину поставить. Что за жесткие? Аниматрониксы. Ладно, давайте я тут подожду, потому что так будет неинтересно. Так, едут, едут. Серега, ты на Airbot'е, да, струячишь? Бля. Да блин, у меня лагает! Да не лагает! Лагает, у меня... Гелик, ну не врезайся, ты задрали! Да что вы меня все сталкиваете? Это я. Жлоб. Чтоб не читерил. Ого, их там сзади. Пацаны, валите. Тихо. Давайте их немножко подпустим. Кстати, мы с Серега такие гонки еще ни разу, да, не делали, где они за ними гоняются? Чего я раньше не придумал такое? Не знаю, хорошая идея. Да. В следующий раз мы возьмем карту другую немножко. И их заспамним. Коля, столько много. Где, блин, я опять с кем-то упал. Я с чумным упал. Я угораю, когда... Два дебила это сила, три дебила это мощь. Они могут в машине убивать или нет? Да, могут. А, меня убили. Тогда ладно. Я никого не врезаюсь, я никому не мешаю. Я просто стою себе и улыбаюсь. Я хочу, чтобы они ближе... Ого, я их наспамнил. Так, Фредди уже хочет со стороны водителя подойти и замочить меня. Ай, господи. Я уже 10-й раз упал. А я угораю с того, что ты падаешь. Я тоже, Серега, 2 раза упал, но меня скинули. Да опять! Я только машину поставил! Потому что Airbot это голимый транспорт! Я на первом месте. Нет, хороший! Не, я веселюсь. Ну давай, давай, синяя, тягаемся, кто первый? Прощай! Погнали! На всю, просто все, что эта машина может. Ой-ой-ой. Ой, понесло, понесло, понесло. Нормально, нормально. Я тоже жульничал, чуть-чуть. Раз уж так, то и я пошел. Не-не-не, нельзя, Серега. Чуть-чуть совсем, Димас. Не-не-не-не-не. Да-да-да. Прощай. Ты чуть-чуть пожульничал. Там не пройти, не проехать. Серега, твой Airbot очень медленный. Чумной ты говно. Нормально, наваливаем. Буу, ого! Вот это гелика лупанул. Так, давайте, ребята, я предлагаю, пока мы стоим здесь на машине, и они бегут к нам, у нас есть время скинуть очень много бомб. Так, так, нет, так, я не доехал. Серега, ну что ж ты как не я. Вас, ну не бросай нас. Я почти... Ой, блин, сильно близко кинул. Хорошо, что я не доехал, потому что я бы сейчас от бомб сдох. Димас, да? Ты слабенький что-то. Ой-ой-ой, да ты тоже. Ива. Нет, я в плане бомб. А. Сейчас я тебе покажу Кучкину мать. Может, в следующий раз надо было бомб на дороге наложить? Можно было, но мы что-то не подумали. Ну, в следующий раз можно запилить очень много идей. Эй, всем привет, дорогие друзья. С вами Димас, Серега, кто-то, Фокси. Как всегда, очень много подписчиков. Сегодня мы играем в Гаррис Мод. Карта у нас Санбокс. Пацаны, говорите привет. Всем привет. Привет. Сегодня у нас будет рубрика «SCP гоняется за нами». И мы не будем медлить, мы сразу сделаем трэш. Если вам понравится, ставьте лайкосик, подписывайтесь на канал. Ролики выходят каждый день от такого вот плана. Так, они не знают, куда дальше бежать и за голову держатся. А я вот побегу сюда. А что ты цыкшь, да? За мной 5 скромников. Ой. Ой, блин, они сзади стояли. Они, короче, окружили всю карту. Так, дальше выживаем. Серега, ты где? Я на спауне тут. А что они тебя не трогают? Не знаю. Может, посчитали за своего. А ты похож на скромника? Да, есть немного. Характер. А нет, вот 2, 3, 4, 5. О, ё-моё, сколько сагрилось. Я бегу. А я бы не коплю. Я текаю, Дима. Я воду, а по-другому никак. Они в воду, кстати, не падают, они просто сыкают. Кстати, ребята, напишите в комментариях, боятся ли скромники воды в реальной жизни? О, конечно, их в реальной жизни нету. Они хотели меня убить! Но я остался живой, это было очень-очень близко. Не, кстати, они в воду очень активно бегут, но плавать не умеют.
Меня твой скромник поджидал. Да, он может. Ой, ой, только не лагай, не рабочий стол, нет. О, удалились. Так, знаете, что я подумал, из-за чего лагало? Из-за того, что они друг в друге сильно сидели. Потому что в воду зашли. Ой, мама мия. Это немного, это немного, это вот столько. Рекомендовано немного. Так, пацаны, вы просто смотрите на них всех, и вы будете жить. Я чувствую, что нам повезет. Так. А я чувствую, что нет. А чё они не дамажат? Я теперь 100% выживу, Димас, посмотри на меня. Делай как я, делай как я. Я сел на одного из них, и теперь мне ничего не будет. А так можно? Ну да, я вон у него на голове сижу, видишь? Так, подожди, тут их на очень спауне, много. На спауне. Во! Кстати, а чё вы... А давайте вы отвернётесь. Ну, я отвернулся. Сейчас, я тоже попробую сесть, пацаны. Сейчас. Я знаю, как это сделать. Есть, я сижу. И чё теперь? И что? Не знаю. А чё происходит? Просто сидим. А, голову вверх поднимите все. А, точно, поднимайте голову вверх, будем двигаться. Не? Нет. Нет. Почему нет, я не знаю. Нет, вот эти двигаются. О, я вижу. Кстати, они должны нас были убить, но они почему-то нас не убивают. Да, они уже все тут, смотрите. Пацаны, челлендж. Выживи. О, я буду по головам ходить и жить. Танцуем на головах. Прощайте, я пошел, я хочу жить. Я не буду смотреть специально. Настя, подожди меня. Давайте, кто отвернется, тот мужик. Ну я за тобой бегу. Конечно, мужик свалил сам в 3-9 земель. Так, конечно, я су. Секунду. О, погнали. Вот сюда они точно не придут. Наверное. Ой, тут так темно. Знаете, что мы сейчас сделаем? Мы сейчас сделаем по красоте все. Чпонькс, чпонькс. Ну все, теперь точно привлечешь их. Не-не-не. Ой, прикольно. Что я не так, помню этих ходов. Извини, Фредбери, я тебя убью, чтоб они это... Так, а чё они нас не убивают, просто стоят? Потому что на них 3 человека смотрят, и они... Ой, ой-ой-ой, начали двигаться. Я отвернулся, я несу. Ладно, су. Ого, они как шахматы какие-то, быстро так двигаются. Абсолютно все. Так, давайте мы сейчас ускорим процесс, чтобы немножко было интереснее. Мы еще поставим всего-навсего парочку чумных докторов. Все, лимит, больше нельзя, потому что, скорее всего, вылетит. Так как у нас еще очень много людей играет. Ой-ой-ой. Серега, бежим. Неси. Ого! Толпа идет. Ой-ой-ой, они там падают, между собой дерутся. За мной тупо 8 стало. Ого, тут зомбаков. 49-й убил. Так, идут. Кстати, знаешь что, Серега, они... Статую заражает, походу. Но они статуя ее точно... станет зомби? Но они ее ломают точно, потому что она боком падает. О, говно. Вот это мы тут учудили, вообще жесть. И еще раз. Я хочу жить. Отстаньте. Так. И здесь стоят. Серег, ты на голове сидишь, да? Так, лимит сработал. Сработал лимит. Поэтому больше нельзя. Я хочу с неба парочку штук сбросить, а потом уже в конце эпический взрыв сделаем. Так, для начала мои самые любимые бомбы. Это вот эти вот. Ой, все, нам. Не-не-не-не-не. Мы останемся жить. Но не на этом свете. Рабочий стол? Нет. Да. Остался кто-то живой? Давайте посмотрим. Я нет. Я всех чумных докторов замочил, представляете? Ни одного не осталось живых. Надеюсь, до ядерки не дойдет. Не, не дойдет, конечно же. Дойдет. Так, ладно, Серега, сейчас я еще поставлю.
А может не надо? Надо, надо, давайте испытуем их. Так они же моментально стопнут. Нет, нет. Да? А мы не сильную бомбу на них сбросим. Мы слабую сбросим бомбу. Все, больше не буду. Сам скинул 100 штук, как всегда. Ну-ка. Ой-ой-ой. Красиво, да? Шашметки летающие валяются. Напалмовые бомбы. Да. Хорошо, давайте таких парочку сбросим. Добьем, я вижу, там еще кто-то остался живой. Или нет? 3 человека. Ого! Все, теперь точно всех добил. Вот это да, просчитывается. Я тут пока бомбу подготовил. Давай, давай. Ой, а че они нас убивают? Потому что ты бессмертие не включил. Так я выключил им это, ты... Я ж выключил им искусственный интеллект. Не? Не работает это так? Эй, прекращайте, мужики! Хорошо, 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 Серега. Виноват, не так сделал. О, стоит на месте теперь. Давайте тогда этих... О, давайте марионеток. Всегда я хотел... Я уже все подготовил. Я понял, Серега, марионетки уже приближаются. Нормально пойдет. Давайте еще увеличим лимит. Настройка песочницы. NPC. Серега, я хочу, чтобы они все уничтожились. Все. Взорвутся. Все, все готовы. Да, 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 да. Готовьте, сейчас будет бада-бум. Давайте в притирку. 2. Бум. Серега, они живые. А почему их не дамажит? Сейчас исправим. Нифига себе, ты мега эпический взрыв запилил, а им ничего. Сейчас исправим, Дима. Сейчас, я отлечу, потому что у меня дамаг проходит. Ого, через всю планету, что ли, дамаг проходит? Так, на арене так не получилось взорвать. Попробуем взорвать. Боньку. Побольше бонек. Все, это лимит, больше нельзя. 3, 2, 1. А где она? А где бомба? А вот. Воу. Они все живы. Знаешь, может какой-то прикол в том, что я ему вот это подключал, все. Ого, они побежали. О-о-о-о, толпой. Нифига себе, 60 этих бежит. Давайте почищаю немножко, тут сильно много. Серега, раз ты не можешь, сделаю это я. И у меня есть для этого все средства. Держите, получите. Не, не я. Абсолютно все живые. Да? А чё, мы что-то не так делаем, может? Ой, не то нажал. Хорошо. А чё надо тогда? Давайте вот этих. Чё они не дохнут? Я сейчас всё исправлю, Серёга. Оу. Я исправляю. Они умирают? Вы чё издеваетесь? А почему? Да что за баг? И убили все равно. Бомбы в воздухе зависли. Что за говно? Да хватит меня мочить, я же обычный человек. Димас, твои бомбы не помогают. Давай-ка я поп. Давай. Ого. Серега, я тоже бомб набросал, и ты? Да, и я. Вот это да. Живые, да? Получается, их ничем не убить. А знаешь, чем мы проверим, можно их убить или нет? А где они? Чем же? О, мы их убили!
Ура, наконец. Знаешь, что я хотел проверить? Админский пистолет уже. Один остался. Они не убиваются? Нет. А как мы тогда тех убили? Не знаю. А что такое? Может, они исчезли? Мы их на молекулы разорвали? Да, такой. Может, они под водой? Нет, под водой они бы это взорвались бы. А вот я их удаляю. То и Боня, а их нету нигде на карте. Ну, значит, они в бункере спрятались. В скайбоксы улетели, думают, ну нафиг, валим отсюда. И, друзья, ну что ж, если вам понравилась эта серия, вы хотите еще, ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте рубль ВКонтакте. Ну а всем отличного настроения и всем пока!